Привет, бойцы! Поздравляю вас с новоиспеченным чемпионом Беллатор из России Вадимом Немковым. Сегодня я подобрал для вас небольшое количество мнений профессионалов из мира ММА, которые высказались о бое Немкова и Бейдера. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time. Ставь лайк и погнали! Джон Джонс, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Похоже, у России теперь есть чемпион в полутяжелом весе. Поздравляю! Бен Аскрен, бывший чемпион Беллатор в полусреднем весе. Блин, этот россиянин зверь. Черт побери, почему рефери реагировал так долго? Джеймс Вик, боец UFC. Вот блин, это было впечатляюще. Билал Мухаммед, боец UFC. Немков против Кори Андерсона будет хорошим боем. Александр Шлеменко, бывший чемпион Беллатор в среднем весе. Удивило то, как быстро Вадим справился с ним. А так я ожидал, что Немков станет чемпионом. Просто удостоверился в этом. Хотя сейчас не стоит удивляться такой быстрой победе, потому что он был в более выигрышной ситуации, чем Бейдер. Федор проиграл ему, мотивация в этой команде была намного больше. Пока Бейдер праздновал победу, команда Федор Тим была в тени. Они сделали хорошую работу над ошибками, и мы все сегодня видели, к чему это привело. Конечно, можно сказать, что Вадим отомстил за Федора. Они сами постоянно от этого открещиваются в команде. Но не может быть, он ведь такой же человек. Просто до боя ты об этом не говоришь, чтобы снять с себя ответственность. Вдруг не получится отомстить, тогда хейтеры на тебя накинутся. Но Немкова все получилось. Самое главное, ему удалось победить в том же ключе. Федор проиграл техническим нокаутом, и Бейдер сейчас точно так же проиграл техническим нокаутом. Месть удалась. Есть ли у Вадима сейчас будущее в UFC? На данный момент нету. У него контракт с Беллатор, думаю, в ближайшие 2 года мы его не увидим в UFC. Автоматом продляется контракт на 3 боя. Это стандартная ситуация для чемпионов. В ближайшее время его не стоит ждать в UFC, а дальше уже будет видно. Это канал It's Time, меня зовут Иван Неумин. Спасибо за твой лайк, пока.